Вот есть такой замечательный, был, вернее, такой замечательный советский поэт Эдуард Багрицкий. У него есть стихотворение, которое называется «Птицелов». Вот герой этого стихотворения бродит по лесу, и вот послушайте, что его ожидает в лесу, кого он видит и что он слышит. Трудно дело птицелова, звучи полоки птичьи, помни время перелетов разным по свистам свисти, но шатаясь по дорогам, под заборами ночуя, дидель весел, дидель может песни петь и птиц ловить. В бузине сырой и круглой соловей ударил дудкой, на сосне звенят синицы, на березе землю пьем, и вытаскивает дидель из котомки заповедной приманка, и каждой птице посвящает свой манок. Дует он в манок бузинный, и звенит манок бузинный из бузинной прикрытия, отвечает соловей. Дунет он манок сосновый, и свистит манок сосновый, на сосне в ответ синицы рассыпают бубенцы. Спасибо.